А это, ну что, ответы на вопросы. Перейди сейчас в батюшку. Там есть, по-моему, там есть еще очередь. Потому что ты там очередь. А я вот, вот уже вот, занял. Так, Женя, как тебе эта фамилия досталась? А, о, да. У меня фамилия-то, смотрите, там Е прибавлена. Фамилия-то человеческая, от имени. Да нет, смотрите, там Е-то она прибавленная. Это у меня дед был, прадед, прапрадед, Зотов, Зотов. А тогда, когда была перепись там какая-то где-то, он говорит, а, нет, расписывались они в ЗАГСе. И кто там, Иванов, и кто, и Зотов. Ну там, и Зотов записал. А Зотов что означает? И Зотов, ну то есть надо было написать Иванов. Сказали, и Зотов, а написали там Иванов и еще Зотов, да. И получилось и Зотов. Кто там Иванов еще кто? Была у прадеда фамилия Зотов. Да, Зотов. А что она означает? Я не знаю. Ну, главное-то мне не ответили. Зотов. Разберемся? Ну, вот, допустим, Дыбунов. Тут понятно, что будешь лезть и близко, на дыбу поднимешь. На дыбу, да. Нет. Нет? Нет, нет. Дыбы – это задние ноги у животного. Или... У ребенка, говорили, ребенок становится на дыбки. Дыба это место казни. Не-не-не, это ни в коем случае. Я миролюбивый, это не мое. Ну как, говорит, подняли на дыбу. Мое это просто дыба. А дыба это уже производное. Это было после того. И все, до дыбы это было. Вот я спрашиваю, фамилия моя. Как? Ну это лапка, это или у курицы или где-то. Вот то-то и не оно, не то. Мне тетя разъяснила. Мой прапрадед работал каллиграфистом. Главный смысл, да. Это красивый почерк, который, говорит, тогда на деньгах расписывались. И он пошел, когда то ли на пенсию, или работал еще, люди обращались к нему, как законник, знал закон. И он писал, его высчитывали и гнобили. И он научился писать ногой. Лапка. Лапка. Его прозвали Лапка. И когда фамилии давали, ему так прозвище осталось за ним. Которые фамилии давали, эти люди были очень интересны, я представляю, как. А не кто это? Да это один живет, да ладно, вдовик. А это кто? Да Марин. Ага, Марин, Матин там от него что происходит. А это, это суровый, это суровый, превратится в Суворова. Посмотри, ну, да, в Википедии прям показывает. Суровый. Вот, а если, ну какой, Парамонов, что там? Парамонов имя. Парамон. А вот теперь отсюда Парамонов фамилия идет. Че, это Парамонов сын. Откуда? Чей? Попов, Протопов. А Парамонов это Параман. От слова Параман. Вот у нас было печку делать, колбаски. А Параман это что? Параман колбаски, это священническое... А другой Пенкин, Володя Пенкин. Одеяние. Одеяние вкусное. Такой. Одевается. Вот под священную вещь. Давай. Ты была уже, все. А вы сказали же, что надо что-то. Мы будем где-то сегодня обедать. А короче, на пиводело только? Да, мы же будем, пожалуйста, все, нам разрешили. Теперь мы придем домой. Сейчас уже подготовим. Подготовь же все. Подготовь все, там горшки, кто может пойти помочь? Нет, я пока сама потом это помогу. Так, Марина, если хочешь, можешь сходить. Нет, я батюшку буду кормить. Ну бери вот, сидят сонных вот это, подгребай подряд. А что готовится? Все, что салат есть. И салаты, и сегодня рыбное там, и все. У всех городов рыбу, икру, вещи на стол. Катя, ты ходила, нет? Да. Молодец. Еще хотела? Давай. Заявление полностью, обращение, на Балшина написать. Да, это у нас такое. Ну, у кого становишь? Она ушла, только сейчас переехала. С 10 мая, вот первое у меня посещение было, когда прибыл в храм в городе Барнауле. Человек, когда в новый входит, на него, конечно, всегда все присматриваются, смотрят, изучают. Вот. Скажу просто, как если человек из ней со стороны. Приняли меня. С миром принят, да, с миром принят. Все, все, болит. Владимир Тихонович, можно обратиться, Маша, к вам? Владимир Тихонович, мне сказали, нельзя пока что и к безрослых. Либо к бабушке здесь надо идти. Куда? К бабушке, моей прабабушке, она здесь недалеко. А где она? Она там, в той стороне. Как ее звать? Баба Валя. Баба Валя.
Бабаля, не знаю пока. Мне тебя отдали мне, я никуда тебя не могу упускать. Ну ей креститься, чтобы надо, чтобы. Ей, чтобы креститься, батюшка сказал, нужно, чтобы родственники. Ну пускай тебе делает. Как батюшка скажет, так и делает. Так, вот он касался, а чей? Ну, вот то ребенок был. Так, подожди. Так он ходил, нет, еще не сходил, от вас зависит. Пожалуйста, берет с собой. Он еще не тоже на совете не участвовал. Он на совете еще не участвовал, вопросы задавать надо. Ну, вопросы там батюшка задаст, у него лучше получится. А, ну все. Возьми, батюшке скажешь, там, как веруешь, хотел крестить. Как то выйдет, выйдет сразу же. Как уверуешь, вот рука. Женя, возьми его на свой абордаж. Как убедешь. Нет, там еще есть. Есть? Я посмотрел в словаре, если такое слово дылда, оказывается, есть. Конечно. Живой, это высокий, несуразный человек. Я Володин этого техникум купил там, блок. Автоблок. Мотоблок. Я вчера посмотрел, а вдруг это называется мотоблок. 600 градусов машин, которые стоят разломанные и плохой, это рулет. И велосипед рулет можно посмотреть. Можно, да, продолжить. Давай. Ты писал заявление письменном виде? Нет, еще не писал. Он не писал, он еще не говорили об этом пока. Все мы люди, все мы люди, все люди разные. Вера, вера одна, и каждый идет к своей вере, своей дороге, своим путем, только со Христом, Иисусом Христом, Троице. Я не то, что там ученик или воцерковленный человек, который всезнающий и всеведущий. Это будет самообман, если будет полностью с... обман самого себя. По частям, давай. Я скажу, какие знать, мягкие. По частям идут, каждый своей дороги. Да, нет, кто? Каждый по времени, каждый человек идет по времени, по своему пути. И приходит к Господу Богу. Что такое, Господь Бог? Вопрос, мне, задача, кто такой для тебя Бог? И кто он вообще? Вот я живу, вот я вот присутствую здесь, вот дышу на это славу. Почему крестное знамя? Потому что... Это, наверное, распятие, где Иисуса Христа, кто такой Иисус Христос? Вот он, Троица, Отец, Слово Божие, Бытие. То есть изучение Слова Божьего, вот и все. Вначале было Слово. Сначала было Слово. Изучение Святого Евангелия, Новый Завет, Ветхий Завет. Да, вы, конечно, меня извините, я вам в этом, только изучающий, Иван Сигурович, только изучающий. Картина такая. Можно я сейчас дополню еще, вот когда служба была в армии, у меня у старшины висел жетончик такой, и там было написано на жетончике, лучше явный враг, чем подлый льстец. Каждый ну, смотрит и видит. Так вот для меня, вот, и что есть вот, для меня, вот, и вся правда, это все благодаря только, моим родителям, Господу. Вот, для меня лучше явный враг, чем подлец. Если человек обманывается, или его обманывает, или он сам обманывается, ему проще найти выход. Сейчас я мне с кем говорю, но для меня вот Иисус Христос. Это мой спаситель только через него, вот и все. Откуда он деревню Потеряевку, откуда я знал первым, если вот так стоит, такие вот это. Надо смотреть сюда истоки, корни смотреть. Первых жителей, кто здесь был. Каждый человек стремится, чтобы у него семья была, все живы, здоровы. В трехгранное измерение, в ширину, в длину, в высоту, плодитесь, умножайтесь, чтобы... Брат, сестра, все были. А вы здесь все одна общая. Вот. И я просто поднимаю руку и не говорю, что я вот сирота, там, примите меня, а своим трудом и своей верой, с Божьей помощью. Вот. Установлюсь и закреплюсь, дай Бог.
А пока у меня вот здесь такое вот это сюда прибытие, хотел бы просто написать заявление, если это письменно. Хотя достаточно слова. То... Не, у нас регламент. Нет, ну регламент, да, устав. Поэтому. Игорь Владимирович, да, регламент устав. Я не поняла, а вообще о чем идет речь? О его мыслях на сегодня или мы рассматриваем его кандидатуру на крещение? На завтра. Я сейчас могу защитить, отвечу. Насчет крещения, я не все так просто, что вот. Да, вера есть. Вера и вера без дел мертва. Мария, да. И вера без дел мертва. Я к этому пришел. Но мне надо подготовку сделать к тому, что знать писание. Я вот закончил бытие читать. У меня, да, очень сильная, богатая, хорошая литература духовная. Но фактически у меня занятость, я соглашусь, даже по 15, по 30, я бываю и по 4 часа, сижу до 3 часов ночи. У меня просто работа физическая. Я вот начинаю от грузчиков, вот всю дорогу, всю жизнь грузчиком. Вначале от цветных черных металлов я трудился, работал. То есть от заработков иду. Потом последняя у меня эта серия, это фасовочная работа, культура там. Чечевица, овес, зерно, мешкотар. То есть сильно тяжелая работа для мужчин, это да. Там начинается от заработков и количества. То есть человек, который 20 тонн может затарировать мешки, прошить их, сложить или в вагон загрузить, потом фактически встает сколько. Там, ну, прочитал одну главу там и все, фактически. Ты это внял, проглотил, все. Александр, так ты, наверное, не понял вопроса. Марина спросила, у тебя сегодня есть желание принять крещение, ты подаешь заявление в устной форме сейчас на то, чтобы тебя допустить к крещению, или просто у тебя рассуждение о своей жизни? Нет, он, кажется, вначале сказал, что оглашение. Он говорит, что я хочу быть вашей общиной оглашенным. И дальше начал рассказывать. Он не о крещении. Можно, об оглашении? Не, можно сказать. Крещение может такого быть, что человек, вот, или ты крестишь, или не крестишь. Вот если бы сказали, вот так я бы крестился, прямо сейчас пошел бы в этот Бог на самом деле. Нет, так не так видите, да. Кто тебе может такой вопрос поставить? Тут даже без вот этого, можно сказать, подтекста писания, да. Но идет вот и вот надо вот так, вот так, вот так. В принципе, я полагаю, в оглашенных ты уже сейчас и находишься в нашей общине. Да не оглашенный. Нет, он не подал ничего не говорили с ним. В оглашенных я нахожусь? Нет, в оглашенных он подал заявление, мы пошли путем. Никак, в том году двое, вот, семейная пара, начали, что попало, короче, и вот так вот всю сумму. Так, мы пошли путем, который у нас прописан в книге к истинному православию. Все понятно. Все. В отношении Александра. Оглашение, сейчас заявление о принятии. Вот что Петалович. Если он говорит об оглашении, я полагаю, что принять его в оглашении достойно, и пусть он... Да, он просто... Мы туда приедем потом, да, и переговорим. Я ему покажу там, где, что он запишет. Время терять не нужно на это. На оглашение-то, значит, надо сейчас поручители ему и так далее. Все это еще будет. Ну, значит, в одной из собраний. Потом позвонит, да. Конечно. Да, в рабочем порядке. О, точно. Нет, нельзя. Так, что еще там? Если есть вопрос, то время. Все, Павел, мы ему сказали спокойно, Надежда Васильевна, у нас все хорошо. Потеряете все спокойно. В Барнауле вернемся. Все будет хорошо. Напишет заявление, как попросите. Достойно есть этого истину, положите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Молитесь, Игнатий. Отец Небесный, благодарим Тебя за милость, оказываем нам за тихую возможность провести здесь время. И никто нам не помешал рассуждать о великих и дивных делах Твоих. Благослови приходящих сюда за святым крещением и с миром их отпусти. Ты путеводи нас Духом Твоим святым за все Твои милости и щедроты, которые мы осознать не можем на недостойной мере.
Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Христос. Слава Христос. Так, сейчас мы